у поколения Google память хуже, чем у их бабушек и даже прабабушек. Потому что им незачем помнить. Пальцем ткнул или даже не ткнул, а сказал «Окей, Google», и он вам любую информацию вынимает. Информация очень легко добывается. Не нужно для этого прикладывать никакой интеллект. Эта информация ненадежная, она хаотична, и она не способствует развитию не только памяти, но и интеллектуальных аналитических способностей.